Привет и оу, уже секрет. Да, дело в том, что раньше создатели карт либо не знали, либо инструментов просто не было, ну, как сделать уровень без секретов, поэтому они вот такие вот вещи вытворяли. На очевидных местах ставили секреты. Ну да ладно, вот там супер дробовик, и это ловушка. Появляются три пулеметчика. Так, вот так вот можно относительно безопасно уничтожить. Далее нам нужно вот в эту дверь. За ней пара хит-сканеров. И на лестнице еще немного. И импульс. Замечательно. Проходим в эту дверь. Уничтожаем все живое, не забываем броню вот эту синюю. Говорят, помогает. Немножко повоюем вот здесь. И спускаемся вот сюда. В этой комнате нас ожидает синий ключ. Вот прям вот здесь вот. И ракетницу не забываем. Возможно, пригодится. Итак, мы проходим вот сюда. И возьмем. Нет, не эту. Вот эту вот дверь. Здесь пулеметчик. И переключатель, который дает доступ к пулемету здесь зачем-то. Да. Вон та дверь вторая, которую я чуть не вошел, она сразу посылает вас вот в эту вот токсичную яму. Мы берем радиационный костюм, уничтожаем импульс, и если приглядеться, здесь маленькие лестницы, поднимаемся по ним, открываем вот это вот, и телепортируемся на пьедестал с красным ключом. Убиваем таких вот ребят аккуратненько. Да, собственно, вот здесь вот красный ключ был, единственный способ его там подобрать, это именно тот портал. Так. Постреляем здесь немножко. Возьмем потом вот эту плазму. Эй. Пойдет. Итак, плазму нужно брать аккуратненько, где-то вот, ну, вот с краешку вот здесь, потому что иначе вот эта вот фигня вас раздавит. Ладно, открываем вот эту вот стену. Их расстреливаем, поднимаемся сюда. И возвращаемся в тот зал. Да, вот в этот вот. Идем в красную дверь. И здесь надо быть аккуратнее, потому что тут пародия на казм. Эй. Но довольно злобная. Потому что если упасть вот сюда, вот, вот именно туда, то отсюда уже не выбраться. Итак. Идем сюда. Там есть переключатель, который откроет кое-что за второй красной дверью. И здесь вот мы аккуратненько идем вон к тому сияющему углу. Там портал, который возвращает нас сюда. Возвращаемся к второй красной двери. Вот этой вот. И в этой, казалось бы, пустой комнате после нажатия переключателя открывается вот эта стена. Когда мы заходим сюда, появляются переключатели. Первый, второй, третий и четвертый. Нажмем у всех, открывается пятый, который опускает платформу с желтым ключом. И мы возвращаемся в стартовую, а секретную область. Идем в эту дверь. И просто выпускаем плазму в импульс. Потому что я не знаю, куда ее больше девать. Так. Вот здесь выход. Но за ней дверь, которую не открыть просто так. Лишь только выстрелив вот в тот переключатель. И все, мы уходим с уровня. Несмотря на всю простоту и даже примитивность местной архитектуры, уровень довольно веселый, бодрый. В принципе, ничего особенного. Опять же, есть карты куда интереснее. Но в рамках маппака под названием «Мастер уровня» более-менее неплохо играется. Да? Ну, опять же, я мало что могу сказать про эти уровни, потому что они, ну, по нашим нынешним меркам, даже не средние. Но, тем не менее, это... Не знаю. Я посчитал, что это нужно пройти.
Так или иначе, спасибо за просмотр и всего хорошего.